Какой, Гриша? Ой, 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 какой! Гриша, вот, 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 проси, вот, проси! Да, да! Конечно, вот так, вот так сделай, красиво, да! Гриша, красиво сделай! Вот, давай! Да, так. Вот кому надо брать дозировку, не я! Как успехи? Это замечательно. Приятного просмотра. Спасибо. С позитивом восприняли нашу новую продукцию. Чего на праздник пришло? На Я так люблю, когда живу ты.
А это что такое у нас? Викторина. Викторина. Проводилась музейную ночь. 15 сентября 2012 года. Назовите основателя Тюменского чугунолитейного завода, станкостроительного завода. Молодцы. Нет, то, что мы не знаем, то не знаем. Так делали наши предки. А это в чем разница? Больше. Быстрее. Быстрее. Да. Красиво, главное. С душой все так сделано. Вроде бы деревяшечка, да, казалось бы, пустая. А полезная. Да. Главное, вечно. Сколько лет ей? Лет 100, наверное, да? Больше. Вечно хорошо, при успокоении мужа. Да? Ну, подсказывает. Погоди, нормально. Так, в принципе, вот сколько, ну, много лет, видишь, да, вот как бы такая вся уже, ну, крепкая такая. Достаточно еще вообще глубокая. Еще, в принципе, может быть применена в использовании достаточно. Уже идите со своей камерой. Я вообще учу плохим вещам. Я вот учу его говорить,
скажет они мне, а вам эти слова, которые вы учите, но ведь через какое-то время. Да? Да? Руби. Руби скажет. Мне он не. Знаешь, что он сказал? Ладно. А ты кому? Баняна сказал? Что, вот прям это копия, действительно? Ну, в смысле, есть изображения разные, они даже на территории центральной части России встречаются. Вот это лица с видом человека. Так уже давно, так, уже сфотографироваться надо? Нет, чисто это. Фотографировать, а? Что вообще скучно? Никто не идет, дождь. Да ярко. Как хорошо все просматриваетесь, да? Замечательно. Это вы поставлено. Секс музейный ночью. Секс осенью. С прекрасной выставкой вообще музейной. Вообще замечательно, шикарно. Супер просто. На фоне фламинго. Да, фламинго вообще. Самая редкая птица Тюменской области. Ну, о, слушай, я знаю эту ткань. Пояса для амазонок или из нее. Просто окончание. Окно большом происходит.
подожди, пока ты не сам думаешь. Это серьезные, потому что это часть семьи. Вот это вот. Ну, где живут 15 будут разговаривать, будут ручные, но он у нас разговаривает. На руки, конечно, не идет, но горелый так же получается, нужно все это просто нам как бы это. У вас же здесь в Тюмени его можно поставить, да? Вот гномик. Для тех посетителей, которые хорошо себя ведут, часто ходят в музей, иногда появляется гномик, хранитель времени со своим другом или потом. Сидят на этих стульчиках, качают ножками. Ну, значит, достаточно часто. Приходи почаще. Пей с нами чай. И, может, когда-нибудь ты его увидишь. Я тебя не видел. Нас тут все знают. Я вот тех, кто часто ходит. Да, у них просто поезд, у меня зрительная память. Отлично. Так я же работаю внизу. Вот это приходило. Ну я так внизу, так как просто по делам. А, вон на что. Она у нас из экспозиции на выставочного отдела. Как бы мы вот хотим, чтобы он там появлялся почаще. Так ведь заведую ведь я стульчиками. Заведую то я стульчиками. Это придумали еще давно, уже сколько, наверное, полгода назад, год. Конечно. Вот и все. Так сидит, тупиками барабанит стульчик. Он ему великоват? Гномик, хранитель времени, часовой комнате. Садись на стульчике. И ножками так дырк, дырк, дырк. Хвостик сзади. Прям я глаз оторвать не стараюсь. Хвостика. Просто вот так. Девочки. Здравствуйте, меня зовут Любовь, и я впервые приняла участие в музейной ночи. Сегодня я разыгрывала призы, и это было очень увлекательное занятие. Люди приходили и радовались и календариком, а одна девушка выбрала зуб акулы, настоящий зуб акулы, которая жила много-много лет назад на территории нашего края. Мне очень понравилось принимать участие в этом мероприятии. Я надеюсь, что в будущем я буду частым гостем в музее. А еще я узнала, что в нашей часовенке появляются гномики. Их можно увидеть только тем, кто очень часто приходит в музей. Поэтому ждем вас всех на территории нашего музея «Городская дума». Нас москвичи гости. Замечательно.